Здравствуйте, дорогие друзья. Я в Гюмри. Решил перед отъездом заглянуть вот в церковь, в которой мы с Гарри ремонтировали орган. Это Сурпиншан. Небольшой органчик там находится. И взглянуть, в каком он состоянии. Давайте посмотрим вместе с вами. Проверка органа. При включении срабатывает си бемоль. Вот эта нота на втором мануале. Соответственно, вот эти раз, два, три, четыре вообще не работают. Ми бемоль, ре, до, диез и до. Слышу даже, что клапана срабатывает. Соль западает. Ре западает. Ми бемоль. До второй октавы. Ля. Тихая. Дальше идем. Ми бемоль фальшив. Это вообще ниже звучит, чем ми бемоль. Так, по второму мануалу проверили. Первый мануал флейта 8. Соль диез не работает. По-моему, клапан работает. Вот этот не слышу, а этот... Да, срабатывает. Значит, что-то с трубой. Си бемоль запаздывает. Проверяем дальше. Дублет 2. Ну, тут все фальшиво работает. Так, проверяем бурдон 16. Резонирует. Ми не работает. Соль диез не работает. Какой-то призвук. Призвук.
соль, соль, дизеля, призвуки. Конечно, все увиденное и услышанное, констатирую факт, что орган требует вмешательства, потому что там не работают некоторые ноты, есть проблемы с электротрактурой. В общем, я так чувствую, предстоит нам опять немножечко повозиться с этим инструментом. Ну, что поделаешь, орган достаточно капризный инструмент. А сейчас я иду в консерваторию делать старенькую Эстонию. Вообще, сегодня был, конечно, очень плодотворный день. Я посетил школу искусств. Это в 58-м квартале на улице Хачатуряна. Там посмотрел 12 инструментов, из которых, конечно, 3 просто практически на выброс. Но остальные более-менее, там, Петров, Гейер, Рёниши. То есть, еще их можно что-то с ними сделать. Ну и в зале там, в принципе, неплохой рояль Сенплейл. Тоже можно его отремонтировать, и будет он хорошо звучать. Всем хорошего дня! Если ролик понравился, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо. Всем мира и добра.